В рамках референс-визита Тольятти Азот принимал коллег-химиков из холдинга «Сибур», которые стали инициаторами встречи по обмену опытом между нашими компаниями. На мероприятие приехали представители разных предприятий холдинга из Башкортостана, Тюмени, Нижневартовска, Томска и Тольятти. Открыла мероприятие и вела встречу заместитель генерального директора по связям с общественностью Тольятти Азота Юлия Петренко. Основной целью визита руководителей управлений поддержки бизнеса из холдинга «Сибур» было обсуждение организации документа оборота на нашем предприятии. Директор по информационным технологиям Николай Пестерев не только подробно, но и наглядно рассказал о внедрении системы электронного документа оборота «Директум». Гостей интересовал широкий круг вопросов организации процессов на Тольятти Азоте. Специалисты отдела кадров Надежду Данейкину спрашивали об оформлении командировочных документов. Начальник отдела по работе со средствами массовой информации Полина Горбунова рассказала о том, как осуществляется контроль на предприятии в части соблюдения брендинга. Общение проходило в свободном режиме. Коллеги-химики были очень заинтересованы встречей, задавали много вопросов, сравнивая с тем, как подобные процессы выстроены на предприятиях Сибура. И даже показали свой видеоролик о системе документа оборота, который практикуется в холдинге. Гости не скрывали, что услышали много полезного как раз для управления поддержки бизнеса. От организации различного документа оборота и входящей и исходящей корреспонденции до протокольной деятельности и проведения корпоративных праздников. Коллеги достаточно информативно и с наглядным пособием, так сказать, продемонстрировали, как работает система «Директум» на Тольятти Азот. Ну и, собственно говоря, у нас как раз была возможность провести некую аналогию с тем, как эти процессы выстроены у нас на предприятиях Сибура. Принимающая сторона считает, что удалось найти общий язык с коллегами из холдинга «Сибур», а подобный обмен опытом полезен для всех предприятий нефтехимической промышленности. На мой взгляд, коллеги приехали посмотреть наш опыт, да, и, возможно, что-то перенять себе. Лично я планирую именно с такой целью съездить к ним, то есть посмотреть, как у них, какие-то идеи взять на вооружение к нам, да, то есть смотреть, как у них сделано. Вот, а именно из-за этого, то есть не с точки зрения, как у них построить систему, а какие-то идеи получить. Потому что из ролика, который они нам в конце показывали, ну, основные все вещи у них так же, как и у нас. Ну, в принципе, как в любой системе электронного документа оборота. По завершению визита коллеги-химики заверили, что будут рады поделиться с нами опытом и показать, как обсуждаемые на встрече процессы выстроены на предприятиях Сибура.